Система здравоохранения пополнилась автомобилями скорой медицинской помощи. 20 автомашин позволят значительно улучшить доступность экстренной медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных районов страны. Эти машины сейчас забираем в Алай. У нас в районе есть отдаленное село Нура. Оно расположено в приграничной зоне далеко от районного центра. Нам приходилось трудно, когда поступали вызовы издалека. Ну а теперь наша работа облегчится. Мы очень этому рады. Новая техника закуплена по личной инициативе главы государства за счет средств президентского фонда. Каждая автомашина оснащена всем необходимым современным оборудованием для оказания первой помощи пациентам. Особенность этой машины — имеются кислородные баллоны, которые первые необходимые при оказании медицинской помощи, при первой медицинской помощи. Еще имеются точки, которые подают на аппарат, который будет работать на 220 вольт. Это вот за 2 года мы Ахталинский ЦУП уже получаем 4-ю машину. Такого типа скорой помощи, но разные модели. Техника китайского и российского производства. Она будет доставлена в отдаленные регионы республики. Машины подходят для горных дорог. К тому же и технические возможности автомобилей достаточно высоки. А в настоящее время 10 машин, которые собраны в Китае, отвечают последними оборудованиями. Там есть ВЛ аппараты, ЭКГ. Им даем мы город Бишкек, город Тош и районные центры. И еще 10 машин, которые самые проходимые, 4 ВД, их мы даем самым отдаленным районам. А в настоящее время, как только поступит вызов, если нужно будет, машины, которые проходимые, 4 ВД, будут доставляться в ближайшие ГСВ, в ближайшие больницы в течение 3-4 часов. 95% нуждающихся машина скорой помощи уже обеспечена. Таким образом, сфера здравоохранения, которая долгие годы была в упадке элементарно из-за нехватки техники, сегодня обеспечена машинами скорой помощи. Кроме того, были приобретены санитарный транспорт, а также автомобили, оборудованные холодильниками для перевозки вакцин. В общей сложности за последние 3 года отрасль получила 400 единиц новой техники. Бегаем Бегалиева, Айджан Умолдошева, Бексултан Курманбекулу, Алатау 24.